Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства на фоне протестов. В Бейруте третий день подряд продолжаются стычки полиции и военных с протестующими. Они требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов. В своем прощальном телеобращении к народу Хасан Диаб выразил надежду, что этот шаг поможет открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане, добавив, что система коррупции оказалась сильнее государства. Нынешнее правительство продержалось у власти полгода. Предыдущее во главе с Саадом Харири ушло в отставку в октябре прошлого года, также на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста. Напряженная обстановка в стране последовала мощному взрыву в порту Бейрута 4 августа, превратившему в руины целые кварталы. Его жертвами стали более 150 человек, около 5000 пострадали, 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Хасан Диаб считал, что взрыв стал следствием многолетней коррупции.